саженцы клематиса крупноцветкового пиила вырастают до высоты 1,5 метров, а при цветении диаметр бутонов достигает 15 сантиметров. Яркие и благоухающие цветы станут настоящим украшением вашего сада, они неприхотливы в уходе, морозостойкие и засухоустойчивы. Для высадки необходима плодородная почва, а также минеральные удобрения. Любит солнечный свет и не получает от него ожогов, но хорошо растет и в притененном положении. Нуждается в подрезке один раз в год, перед зимой. Цветение очень пышное, практически затеняет листву, которая цепляется за корешки или другую поверхность. Может использоваться для декорирования беседок. Клематис крупноцветковый пиилу – это многолетнее растение высотой 150 см. Лиана лучше всего подходит для одиноких посадок, групповых посадок. Клематис прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для суглинистых почв. Расцветает клематис крупноцветковый пиилу в месяц июль, июнь, август, сентябрь. Цветок окрашен в розово-лиловый цвет. Весенняя окраска листочков зеленая. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.